За окном еще совсем темно, а я еду в Новороссийск к своему другу Сахибу. И сегодня будем искать морского пелагического хищника, пеламиду. А вот и товарищ приехал. Здорово! Вот мы и добрались до моречка. Тут уже движуха. О, знакомые. Сейчас спускаюсь вниз со снастями и выходим в море. Ребятки уже с уловом поймали рыбку. В общем, принялись мы искать рыбу. Ловим в дорожку. Отпускаем воблер с поводками, с мушками метров на 30. И на тихом ходу идем. Таким способом я не ловил первый раз. Пока рыбы нет. А вот и первая рыбка у нас. Наконец-то ее вживую посмотрю. Прикольная. Убирай, друг. Тут Сахиба опять клюнула. О, есть. Есть. Всего, да, я да. Блин. О, вижу, вижу уже рыбу. Сколько? Две, что ли? Две штуки. А, одна забагрилась, поэтому тяжело было. Вот она, за бочину забагрилась. Два часа поисков, и рыба найдена. Цепляется по несколько штук. Кайф вообще. Наконец-то я увидел вживую эту рыбу. Сопротивляется. Классно. Ловим дальше. Есть, 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 есть. Ух, херачит. Ушел Хасан. Сейчас у Сахиба села пару штучек. Я уже выматывал. И у меня возле лодки буквально метрах в 10, короче, еще сели. Палка гнется, блин, рука забивается, капец. Одна села, а упирается. Ну, подбагрилась она, поэтому тяжело вываживать. О! Зверюга, а?
Отошли, что ли? Давай еще крайний заброс сделаем вон на этой корабле. Рыбки не крупные, но очень упираются. Серьезно. Удочка до 20 грамм. Вон как загружается. И рука забивается, капец. С глубины тащить и издалека шнур отпускаем метров на 30-40. Пока дотащишь. Руки офигевают просто. Блин, что-то она вообще идет очень сложно. Забагрилась, наверное. Скорее всего. Две штуки вижу. Да, одна забагрилась, походу. О, есть. Да. О. Вывел. Вот твой. О, отцепилась. Да что покрупнее. Давайте покажу. Слушай, ну это хорошенькая. Хороший размер. О, какая. Е-е-е. Есть, 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 есть. Ой, малышка. На мушку взяла в этот раз. Спина красивая. Отливает таким бирюзовым. Есть, 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 есть. Ух, ух. Дает жару. Так, ну что, друзья, дуплетик. Сейчас Сахип вытащил троих. Одновременно. Была поклевка, а вот я сейчас тяну своих. Посмотрим, сколько на этот раз. Уже возвращаемся назад. А, всего одна. На воблер взяла. А упиралась, как будто там их парочку. Рыба небольшая, грамм, наверное, 300-350. Но оказывает такое давление сумасшедшее. Круто. Тихо, тихо, тихо. Покажись на камеру. Красивая рыбка. Ну вот наш сегодняшний улов. Хорошо порыбачили. Вот и завершилась очередная морская рыбалка. На сей раз выходили в открытое море. Давно не плавал я на лодке, не ходил. Правильнее, наверное, будет сказать. Брал сегодня я комплект Бриден Диспойл 77. Катушка стояла Шимано Страдик C4 Plus в 2500 размере. И намотан 8-жильный шнур от Дайвы в 0,8 диаметре по Японии. Это был мой первый опыт в ловле пиламиды. Прошел весьма успешно. Я рыбалкой доволен. Спасибо моему другу Сахибу. Честно говоря, уже третий год собирался на эту рыбалку. В прошлом году эта рыба к этим местам не подошла. А в этом посчастливилось увидеть ее вживую, половить и испытать этот кайф. Рыба бойкая. Ловить ее доставляет одно удовольствие. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока.